Нужны ли округу территориальные общественные самоуправления? Ответить на этот вопрос взялись депутаты окружного собрания. На заседании постоянной комиссии по вопросам государственного устройства парламентарии округа и города попытались выяснить плюсы и минусы новой формы общественной власти. Инициатор законопроекта о ТОСах Ольга Старостина говорит, что без поддержки гражданской инициативы не вырастить общество, ответственного за свою родину. Подобные объединения позволяют экономить бюджетные средства. Например, высаживать деревья будут сами жители двора, а не наемные люди. Разработчик полагает, что в этом случае можно будет говорить о повышении качества работ. Пока законопроект поддержала лишь малая часть депутатов. Допустим, гравий привезли, сбросили в болотистое место, жители все его сами за своим участием разбросали и уравняли улицы. То есть я считаю, что для развития гражданского общества, для возрождения инициативы этот закон принять нужно.